Ну что ж, всем привет. Мы продолжаем проходить Half-Life 2. И это эпизод 2, то есть это DLC 2, который мы проходим. И это у нас получается какая там 15-я часть по Half-Life и 3-я часть по именно данному DLC. Вот, по сути, у нас, значит, получается сегодня полуторачасовая серия, последняя. Но мне что-то кажется, что мы даже ее не сможем доиграть. Плюс ко всему, она должна быть короче, то есть час 20. Если так будет, то, понятно, разделится. Вот, потому что мы один раз записали больше полутора часов, а ей должно как бы отквитаться. Но если будет там часть 10, это не важно, потому что какая разница, все равно съела бы. Окей, ладно, погнали проходить нацист игру. Какого хера? Погнали. Взял, можно сказать, фанту, которая добрая. У нас, я посмотрел по главам, осталось две главы, оказывается. Я-то думал, типа, мы вообще ничего не продвигаемся. А оказывается, главы тут-то уходили. Где выше? А, вот здесь, окей, погнали. Классное начало. Да, кстати, напоминаю о том, то, что, пожалуйста, надо записать отдельно, наверное, эту фигню. Под какую-то игру, наверное, что типа того. Короче, оставляйте тайм-коды. Момент, в который вас позабавили, которые вам понравились, и которые эмоции прикольные, там не обязательно фейлы, смешное, что-то может быть просто типа удивление какое-то странное. Вот. И я это потом вырежу в шортс, когда будет время, естественно, я могу не сразу это делать. Плюс ко всему еще... Пение пошло. Плюс ко всему я посмотрю, запомню, кто это делал, и когда-нибудь, возможно, что-то дам админку, может, что-то, ну, диалоговое окно секретное, где будут эти люди находиться, вот. Короче, вот. Спасибо, кто это делает. Я видел, были тайм-коды какой-то части. Можно возиться. Шум не дает мне сосредоточиться. Голос в голове. Никогда еще не встречал столь наглых пернатых. Согласен, обалдеть. Вот что ты чирикаешь? Я вообще тут записываю, а он сидит вот и чирикает. Пернатый ужасный. Так, все, мы собрали. Погнали дальше. Я сегодня в белой рубашке, потому что только что не ходил гулять и не переодевался. Блин, на улице 36 градусов. 36. Мне норм. Поэтому приходится в белый ходить, потому что он не нагревается вообще. Что это, открывается? Не открывается. Смотри-ка, а, я уж чуть не выстрелил. Ты так не выходи больше. Опа. До свидания. Я тебе не помогу, наверное. Прям хоррор какой-то. Боже мой. Это они. Они. На кто еще? Внимание. Говорит доктор Магнуссон. Блин, это будет жестко сейчас. Ай! Похоже, сейчас жопа какая-то будет. Надо вылазить, наверное, поэтому сохранился. Минус один. Минус два. Тихо. Залетаем. Пиздос. Великое попадание. Вот это попал.
Что? Они пролетают сюда? Он сдох. Походу, сохраняюсь. Дай хилку. Минус 3, кстати. Я тебя слышал. Я тебя слышу! Ну-ка, иди сюда. Сегодня прям точность дошкаливает. Я поспал. Нет, я не поспал. Почему я сказал поспал? Я, короче, не хочу спать, вот что сказать, потому что я погулял и сходил, кофе взял. Вот, теперь хорошо, все. Я пока еще не вырезался, что сегодня суббота, вы, получается, оставляли комментарии в пятницу по поводу шортсов. То есть я это буду делать в понедельник, скорее всего, поэтому если вы не видите их, не видели их, вот, поэтому я сейчас еще это не делал. Но я это сделаю, это уж будьте уверены. Просто на всякий случай говорю. Потому что почему это не появляется? Почему это не появляется? Все появится. Все появится. Может быть, даже завтра сделаю. Посмотрим. Как вам, каково оно. Вот это что резать надо, да? F5. Долго ждать это все. Вот этими, вот этими бочками можно использовать, но я их не делаю. Какого хуя вы тут делаете, ребят? О, я не видел пулемет, я не видел пулемет, я не видел пулемет, я не видел пулемет. Ху! Это будет жестко, походу. Итак. Ну как так? Я всех! Ага, пулемет. Не попал. Давай сюда, пойди. Нет, я не ожидал вас убить! За что? Ну за что меня убили? Ой. Какого хуя ты не улетел-то? А, ясно, это бесполезно, я понял, понял. Все понял. Отговорился, да? Блин, я не знаю, как вырубить их. Так, погнали. Ясно. Примен, внимание! Необходимо срочно изолировать от всех. Не могу я срочно это делать, уйди. Тихо, не говори ничего. Я бифробовал. I never kills. I never kills and I am die if I want to make something fast. English very good, как говорится, да? Тихо, 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 тихо. Вот, все, 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 все. Вот и все. А, это пулемет. Тогда не все, тогда все хуево. И сюда. А ты думал, я тебя найду? Ты думал, я тебя найду, да? Наш. Убью? Нихера. Нихера. Аннигилятор, пожалуйста! Нет, уйди, тихо, 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 тихо. Ау! Я улетел. Ай! Все, лежать. Лежать, не подниматься никогда в жизни. Просто лежи и все. Я тебя не знаю, ты меня не знаешь, и не хотим знать мы друг друга. Потому что мы не подходим. Говорится, да? Хотя кем?
музыку можно еще? Мне понравилось, как под эту музыку играть. Пожалуйста, дайте еще музыку. Кто-то стреляет по мне, да? Или не по мне? Может, в принципе, стреляет. Там еще есть чел, я видел. Зарядка не кончилась еще в этот момент. А он ее не кинул, что ли? Что? А вот так, плавать. Спасибо. Теперь я тут пролазить придется. Опа, F5. А я этой штукой могу под водой стрелять, как в первой части, да, наверное? Времен повторяю. Прорыв во втором отсеке шахты. Да я чуть-чуть сделаю, блин. Тебе намерен изолировать от всех. Ребятки! Тихо! Что стреляет? Ладно, пошли. Я там нескольких человек убил, или ты нормально? Пара-па-па-па! Опа! А, в смысле-то... То есть я зря спрыгнул. Ладно. Ну как хорошо бьем записывать, вообще нормально. Да чё ты там вякаешь? А, лестницу вижу, да. Кто там вякает? Понял, кто там вякает. Всё, сейчас я тебя устраню. Так. Куда? Вот лестница, да. F5, кстати. Па-п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 а
Она мне нужна вниз вроде как, нет? Фримен! Фримен! Ты меня вообще слышишь? Да ты что я делаю-то? Тебе доверено изолировать от всех! А я чуть-чуть делаю-то. Я спешу как могу, задолбал уже. Так, это пулемет, походу, да? Алис, уйди, пожалуйста. Спасибо, блин. Вот это закинули. Она не падает. Что за беспредел? Открывается-то? Есть кто живой? А, понял. Ё-моё, это не то. Я думал, вот это турель. А это не турель. Вообще не турель. Так, F5. Наверное. Блин, я сейчас сохраняюсь, а потом окажется, что я не туда иду вообще. И чё? А, это надо выключить, да? Это что такое? Иди отсюда. А, вот это, наверное, да, нажать надо? Нет. А чё нажать-то? Как её закрыть? Так, может быть, где-то... Нет, не здесь. Может, сюда? Там же лестница была поломана. Фримен, если ты меня слышишь, бога ради, изолируй от всех! А, вон, вижу, погоди, да я не знаю, как это сделать, я бы изолировал, если бы знал. Ты же меня направил, я ученый, что ли? Я не ученый, я стрелок. А, хотя я ученый, ладно. Извиняюсь тогда. Все, я нашел, походу. А может, я не нашел? Как это вырубить? Вот и все. Кирасин из контуры. Ау, стреляют. Больно. Ай. Стреляют.
мне пизда. Да. Ой. Извини. Я клавиатуру отпустил вообще-то. Блять, вот это сохранение, я понимаю, сейчас, да. Ты что такое-то? Возьми аптечку. Спасибо. Кого убить? Привет. Гордон. Да. Слава богу, ты жив. А как я мог быть не жив-то? Эта часть позади. Мы не могли попасть внутрь, пока ты не запечатал шахту. Двери бункера были заблокированы. Поистину, это печально. Обрадуй-ка я папу, что с тобой все в порядке. Да как могло быть по-другому-то? Я же столько всего прошел, я не могу умереть с шагной пуль какого-то чувака. Да. Хотя я умирал. Так я посмотрел презрительно. Все в порядке, папа. Благодаря Гордону база в безопасности. Чего? Благодаря мне. Возьми аптечку. Мы готовы смотреть передачу, Джудит. Мы сейчас подойдем. Спасибо. Пускай Фримен следует за нами. А, даже так, хорошо. Защищайте меня. Я герой, защитите меня, пожалуйста. Если Алекс Вэнс примет на себя роль сопровождающей Фримена, я вернусь к своим почетным обязанностям. Конечно. Спасибо за помощь. Спасибо. Доктор Кляйнер сказал, что Джудит улетела на север сразу же, как они прибыли сюда. Но он не сказал, зачем. Так, вы же меня провождать хотели. Ну ладно. Допустим. Так, там сейчас и загрузка сохранения была одновременно, по-моему. Полагаю, я обнаружила местонахождение проекта. На о, здорово. Сложно оценить размер разрушений, сказать, осталось ли там что-нибудь, что могло бы... Да хватит меня толкать! На наш след. Я смогу высказать первые предположения уже через несколько часов. Это долго. Если объект там, где мы думаем, понадобится не более... Через несколько часов, десятков часов. Кажется, нас засекли. А, это запись была, точно. Я такое видел, да, все нормально. Нельзя было ее отпускать. Лай, ты не смог бы ее удержать. Погоди. Тут есть что-то еще. Как-то сфотографировать это. Это же Борей. Борей? Боже правый. Кто? Невероятно. Что? Кто? Борей? Он какой? Действительно существует? Да, да. Несмотря на свой мифический статус, это реальный корабль. Наши коллеги из лаборатории исследования природы порталов открыли довольно многообещающий проект. Но они так спешили обойти черную мезу и получить грант, что пренебрегли стандартными мерами безопасности. Мы слышали, что корабль просто исчез. Испарился со всей командой. Все думали, Борей сгинул навеки. Лучше бы он сгинул. Да, но теперь мы сможем использовать его против комбайнов. Использовать? Да его надо уничтожить. Но подумай о том, какой это козырь для человечества. Таким мощным оружием нельзя размахиваться. Черная меза так ничему тебя и не научила? Такую мощь невозможно контролировать. Не, я за его. Риск, конечно, есть, но... У нас в руках координаты, черты... Защита нужна, хоть и мощного оружия. В смысле, что за бред? Со стороны доктора Мосман был... У нас очень внушительный враг. ...зашифровать их в этом сообщении. Значит, она все еще жива. Но если ее схватит комбайн, они вытянут из нее все, что ей известно. Полностью разрушив мозг. Но вовсе не обязательно, что... Я не стану полагаться на случай. Я лечу за ней. Папа! Элай! Папа! Ой, как Элай! Если может быть что-то хуже, чем пленение Джудит, это твое пленение. Пускай она что-то знает об Арее. Рановато. Но в твоей голове все планы сопротивления. Папа, доктор Кляйнер прав. Я тоже доктор Кляйнер. Мы вернем ее. Кляйнер? Почему данные еще не расшифрованы? О, нет. Бля. Магнусон. Какой он душный. Осталось совсем немного. Если от комбайна, скоро они лично прибудут, чтобы тебе его передать. Я постараюсь как можно скорее. Вернусь, как только все будет готово. Какие красивые графики. Что с тобой? Хватит. Я не позволю, чтобы это повторилось.
Только не новые черные мезы. Папа, будь готов к непредвиденным последствиям. Что ты сказала? Папа, ничего, все хорошо. Все хорошо, все нормально. Смотрись на меня. Ты едва стоишь. Спасибо, милая. Через минуту-другую. Мне станет легче. Хорошо. Тебе что-нибудь принести? Да, если не трудно. Чашку чая. В зале для персонала есть чайник. Вскипяти, если он... Я мигом. Гордон, присмотришь за ним? Я никуда не денусь, милая. Спасибо, малышка. Оно сразу в мусорку делается. Непредвиденные последствия. Последний раз я слышал эти слова в черной меди. Ты вошел в испытательную лабораторию, и вдруг он прошептал их мне на ухо. Ты знаешь, о ком я говорю? Джимен? О нашем общем друге. Да я откуда знаю, ты можешь нормально говорить, ты? Когда он принес кристалл, я понял, что испытание надо остановить, но не остановил. В тот день мир рухнул в тартарары. А теперь он использует мою девочку. Говорит ее устами. Будь он проклят. О. Мне следовало знать, что он спас ее из каких-то чертовых личных соображений. Гордон. А, значит, да, свой Джимен. Надо тебе рассказать. Между нами, наконец-то, у нас есть возможность. Держи. Он ходил. Все в порядке. Конечно, милая. Наши планы меняются. Мы не сумеем произвести запуск, пока эти страйдеры... Ох, простите, что прерываю. Знаете, на кого он похож? Он похож на генерала из Крайзиса. Прям лицо похоже очень. Вроде как будто он, только, знаете, более молодой, что ли. Ваши чаи пить. Если желаете, я подожду, пока вы закончите. Все в порядке, детка. Фримен, кажется, я нашел тебе идеальное применение. Идем. Скорее. Задолбал он приходить находить мне. Давай. Задолбал он находить мне идеальное применение. Кстати, очень уютненько вот так вот сделать. Раз, два, три. Хоп. Что? Какое применение ты мне нашел? Задолбал мне работать, какая-то чудо это. Здесь будут страйдеры. Кэтхантер какой-то. Любой из них способен уничтожить нашу ракету. Нет смысла запускать ее, пока есть угроза. Ты доказал, что умеешь преодолевать трудности, и персонал тебя уважает. 5000 раз. Я передаю судьбу Белой Рощи и мое новое гениальное оружие в твои руки. Мы называем его попросту устройство. Не то чтобы я тешил этим свое тщеславие, а просто это название удивительно прочно. Эй, поживее! Прогреть портал! Как мне называть его попросту? Так, это что-то вроде бомбы-липучки, только немного сложнее. Так. Все, что тебе надо сделать, прикрепить ее к корпусу страйдера, а затем взорвать. Я не успел вывести механизм, способный подбросить ее на такую высоту, но твой манипулятор энергетического поля нулевого уровня справит. Идем за мной. Что, блядь? Вот пушка, что ли, это? Вот это? Что там написано? Гравитация Збран. Наверное. Без паники, Фримен. Этот страйдер уже никому не причинит вреда. Какой страйдер? В боевых условиях мы будем передавать тебе устройство Магнуссена через подобные мини-порталы. Красиво. Эти устройства отключены ради безопасности базы. В отличие от боевых, они не могут взорваться. Смелее. Вот так. Теперь Цельсиус Магнус Страйд. Хорошо. Теперь достань любое оружие и выстрели в бомбу. Вот и все. Изи. Близкого расстояния все выглядит элементарно. Учти, что боевая цель при этом будет двигаться. Это понятно. Теперь несколько усложним задачу. Урия, передвинь мишень на дальний конец рельсов. Я минами кидался, кстати. Хорошо. Попробуй теперь. А можно несколько порталов, чтобы я не отвлекался на это все?
Ага, то есть у него есть какая-то амплитуда, да? Блять. Куда я прилепил? А. Великолепное изобретение, не правда ли? Великолепное как использование. Где-то вот так, наверное. Да блин, ничего не видно, ни хрена. А почему оно вниз упало? Настолько. До этого по-другому было. Че, все? Обрел уверенность. Твоя да. машина заправлена и готова. Какая машина? А, куда-то ехать? В стройке долины есть такой мини-портал. Так что бомб у тебя будет предостаточно. Мне пора вернуться к ракете. Надеюсь, ты не разобьешь мои иллюзии и моих магнуссончиков. И еще, Фримен, если ты справишься как надо, я прощу тебе то фиаско в черной мезе. Думаю, ты понял, о чем я. Чё, блядь? Истории с кастрюлькой для микроволновки. Чё? Кастрюлька, микроволновка? А? Чё? Какая кастрюлька? Чё? Ой, кадр, кстати, прикольный. Хотя нет. Доктор Фример, посмотрите. Ча. Я позволил себе немного усовершенствовать вот здесь. Здесь я соорудил полочку для устройств Магнуссона. Так, и что это значит? Ой. А еще подкрутил радар так, чтобы он показывал комбайнов красными точками. А если вы заблудитесь, он будет посылать сигнал на ваш костюм, чтобы вам было легко отыскать машину. Можете О. меня не благодарить. Спасибо. Взгляните вот на карту. Удобно, кстати. Мы так. сейчас здесь, на южном Где? Краю долины. Ага, вижу, да. Остальные ребята тут, у старой лесопилки, к северу отсюда. Вот сюда, Найдите да? Найдите их, Или и сюда? Они посвятят вас в план ведения боя. Я останусь здесь, чтобы наблюдать за сражением и докладывать об изменениях обстановки. Удачи. Удобно устроился, да. Удобно. Сидим, не рискуем. Открывай ворота! В дальнем конце долины. Тут, кстати, мина какая-то. Вот сюда. Периметр чист. Никаких следов вторжения. Будьте начеку. Мне сюда? Меня ждут на лесопилке. Давай туда. Куда туда? Я... А это что такое? А лесопилка где? Погоди, стой, это не лесопилка? Лесопилка? Да я вон там карта там. Уйди, погоди. Где я? Йохе. А, вот сюда на все. Сейчас я все еду на лесопилку. Окей. Мне надо было вправо. Вот. Здрасте. А, они прислали в помощь Фримена? Отлично. А, ноги, а. Мы насчитали с десяток страйдеров к северу отсюда. Наша задача — не дать им пробиться к южной базе. Если они подойдут к шахте на расстоянии выстрела, запуск, считайте, сорван. Будто Он так боится. Мало. Разведка донесла, что их сопровождают охотники. Блин, ты херово. Чего я от вас... Тревога! Прорван северный периметр. На нас движется страйдер со стороны крана. Кого ебать? Боже мой. Занять оборону! Давайте! А, вижу. Вот и все. Все готовы? Надо остановить их. Запомни, мы отвлекаем, Фримен стреляет. Мне. Не нравится мне все это. Эй, сосредоточьтесь! Укрытие начинаем огонь! Недалек. Тихо. Нихуя!
Давай теперь. Ты это видишь? Чё? F5. А где мне теперь искать-то это? Где-то здесь были. Где он? Я его слышу, но не вижу. Вижу. Очень далеко. Ух, попал! Смотрите в оба. Похоже, их охраняют находчики. Они держатся единой группой. Где он? Ой. Страйдер у водонапорной башни. Я не знаю, что это значит. Где он? Где ты, хуебенина, который бегает? Водонапорная башня, значит. А, вон на радаре, кстати, я вижу, да. Вижу. А я могу и прилепить какой. А стоп, у него на машине же должен быть, да? О, вообще нормально. Где вы на вода вот это? Где-то здесь? Да, вижу. Страйдер со стороны кранов. Что? Нет, не бей меня! Не бей, я хороший парень! Где? Тихо. Страйдер убегает. В смысле, блядь, ты прошел? Внимание! Страйдер приближается к базе. Пиздец, блин.
ладно. Лошара. Она ее сбила опять. Она прилипла. Сволочь-то. Иди отсюда! Вы почти всех уничтожили. Почти всех? Это плохо. Это плохо, 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 плохо. Я пить хочу. А как он их сбрасывает-то? Что за бред? Как их можно уничтожить, когда они находятся уже на нем? Да? Еще один страйдер со стороны того, что осталось от лесопилки. Ага, понял. Это вот там, я понял, все это. Мне хила, кстати, нету. У меня хил есть, все нормально. Страйдер у водонапорной башни. Это где? Бля, два. Целых два. Ладно. Мне это не нравится. Они что-то сюда не идут. Они куда-то пошли в другое место. Куда вы бежите-то? Они туда куда-то идут. Ага. Ой, бля! Гениально было. Это просто всех офигенно. Уничтожили. Блин, теперь ждать. Где моя мина? Какого хера ее тут нету? Я же ее взял. Или не взял. А, я промахнулся, наверное, покидал, да, точно. Еще один страйдер со стороны того, что осталось. Отлично. От лесопилки. Погнали. Сейчас я ее ебну. Страйдер у водонапорной башни.
блядь, машина ты. Окей, понял. Страйдер замечен у крана. Пиздец. Это лучший выстрел. Ку-ку. Ёп. Где-то еще, да? Да, где-то стреляют. Только сюда машина бежать долго. Еще страйдер у водонапорной башни. Да ёб твою мать, что за страйдеры? Задолбали ходить тут. Фава. Прыжок. Вот за это вы у меня побляшете. А где страйдер? Водонапорная башня трава была, да? Ага, да. Там два их. Там три. Ой, забыл. Да блять, ну какого хуя? Вот. Пиздец, блин. Не могу, блин, это да. Сука. Да какого, блядь, ты сбиваешь у меня ее? Ты чё, охуел? Сука. Thank you.
Ой, блин, какое дебильное задание. Мне не нравится такое. Еще страйдер у водонапорной башни. Блин, к машине бежать, да? Ё-моё. А уже 4? Чего, бля? Вот это пиздос. Вот это пиздодичел. Охуеть, 4 часа уже. Да дай сюда! Блять, я попал, где ты нахуй? Что ты пиздец, блин? Пизда, блядь! Охуеть, блин! Что за пиздец? Где еще? Давай. Где он? Нет, блядь, тихо. А где моя машина? Блин, она далеко. Похоже, ой, это был последний. Ура! Стоп! Всем приготовиться! Чё? Замечен транспортник со страйдерами на борту. Чего? До высадки около минуты. Соберитесь! Сейчас будет очень жарко. Куда ехать-то? Я не знаю, куда ехать. Допустим, сюда. А, ну если только страйдеры, то это ничего страшного. Без защитников их нормально. Один. Два. Но если далеко. А зачем их туда высаживать? Могли бы тут скинуть и все. Проблем бы не было. Там вообще в гору улетел куда-то. Со стороны кранов. А мне ездить надо, что ли? Ой, тихо, соберись. Пока нет, не хлюнчайствуй. Они появляются отовсюду. Сейчас у водонапорной башни. Защита есть, серьезно? Блять, ну иди ты нахуй, ну серьезно. Вай. Защиты идут, понимаешь?
нет ничего. Пизда. Ну что, свезли сюда страйдеров со всего континента? Возможно. Пока нормально все. Они не хотят сдаваться. Блин, там эти чуваки бегут. Да блять, ну ты бед. Не боните его кто-нибудь. Это было плотненько. Внимание! Внимание! Атака страйдеров отбита! Всем отрядам вернуться на базу немедленно! Повторяю! Всем отрядам вернуться на базу немедленно! А чё, нет? Ну ладно. Где моя машина? Я не брошу свою точилу. Я ее даже с камней снимал. Я опять ошибку ничего не нажал. Ой, не туда. Вот там, хоп. А что, дверь-то не откроете? Я же тут. Туда! Отклоняйтесь! Ладно, шучу, не надо. Потом. О, Гордон, ты был великолепен. Да, я не зря белую рубашку одел. Хотя я не Гордон. Иду. Сегодня какой-то гиперактивный. Опа, она. Вот он тоже. Оба. Портал готов открыться, но доктор Магнусон уверен, что мы успеем это предотвратить. Хорошо. Тоже можно вычеркнуть. Вспомогательное оборудование. Клайнер, подожди минуту. О, Фримен. Фримен. Я вижу, устройство Магнусона сработали безупречно. Я... чувствую необходимость лично поблагодарить тебя за спасение моей родины. Не стоит. Лично не надо. Спасибо. Привате тоже не надо. Довольно болтовни. Пора запускать ракету. Мне на миг показалось, что он тебя обнимет. Ну давай ты. Идем в центр управления. Оттуда удобно наблюдать за полетом. И снова лифт.
Это ты к чему? Оно испарилось. В смысле, куда? А. Ты там развлекался, я нашла старый вертолет и подлатала его. Все готово к отлету. Нам не дают скучать, да? Из полезного груза. Ой, красиво тут. Нет смысла из-за этого откладывать старт. Мы тут. Наконец-то. А, Гордон. Так. Ты дрался как сам черт. Не будем забывать, что устройства Магнуссона сами уничтожают страйдеров. А мне кажется, Гордон им здорово помог. Гордон. Но твоя помощь, ладно, неоценима. Собрание клуба любителей обоюдных восхвалений на после старта. Полагаю, мы готовы начать автоматический запуск. Оставим эту честь Гордону. Что им дать фетиш на мониторы? Что, зачем так? Гордон, твой выход. Чё? Мне кнопочку нажать? Створки шахты открыты. Всем занять свои места. Подать топливо в главные двигатели. Приготовиться. 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5. Летит! А и правда летит ты! Еще как летит! Красиво! Да! Невероятно! Выдох! Рано праздновать победу! Что такое? Надо вывести спутник на заданную высоту и транслировать сигнал. Совершенно верно. Время уходит. Еще немного, и было бы уже поздно. Все ведь получится, правда? Обязано получиться. Как только ракета окажется в непосредственной близости от портала, мы запустим зенрезонатор. Предлагаю выйти наружу. Так он очень долетел до сих пор, что серьезно? Это будет невероятное зрелище, жаль. Нам с Магнуссоном нужно снимать показания полета. Вы не хотите нас проводить? Разумеется, как только освобожусь. Ни за что не отпущу вас, не попрощавшись как следует. Хорошо. Ловлю вас на слове. И вас, доктор Магнуссон. Да-да. Что он так к нему строга? Я ж понимаю, что он странненький, ну ладно. Мы догоним тебя, милая. Гордон, послушай Лёс, меня. Лёс, вот ты где. Чем дольше я о нем думаю, тем больше оно не дает мне покоя. Это Борей, вне сомнений. Не обманывайся. Его нельзя извлекать на свет Божий. Его необходимо уничтожить. Любой ценой. Ну где же вы? Все пропустите. Уже идем. Гордон, спасибо за все. За Алекс, за всех нас. Я горжусь тобой, как гордился бы собственным сыном. Я тоже с тобой горжусь. Когда ты вернешься, нам о многом надо будет поговорить. Да где вы? Ой, красиво, кстати, здесь. Боже мой, только бы подействовать. Сел. Мы запустили резонатор. Остается ждать. Ух ты. Боже мой. Да. Получилось, Гордон. Еще как закрыли. И как раз вовремя. Ой-ой. Бьюсь об заклад, комбайны сейчас психуют. Это точно, милая. Сейчас пока не могу. Время праздновать серьезную победу. Жаль, что вы сразу же улетаете. Если бы не важность этого дела... Ничего, папочка. Мы найдем Джудит и вернемся. Пес? Эй, куда ты... Я могу на паузу нажать? Сейчас 01, сейчас секунду. Так, 29 минут, точнее 29, осталось 19, по идее. Потому что должно быть поменьше, но, скорее всего, оно не... Убегай далеко! Блин, что-то какой-то подвох сейчас будет, куда он убежал? Чувствуется про подвох, знаете, что на залог на третью часть, иначе бы не ждали такой ее, да? Ну, прям чувствуется такое, что сейчас что-то будет. GMM там сейчас выскочит. Самолет заправлен и готов ко взлету. Будьте все время на связи. Никто не знает, что вас там ждет. Не волнуйся, папочка. Все будет хорошо. Алекс, мне жаль, что на твою долю выпало столько испытаний.
Будь мама жива. Папа. Че ты пушку-то достал? Пойдем, Гордон. Идем, Гордон. Вертолет готов. Блин, какой ты год, и такие до сих пор протезы. Вроде ничего. Доктор Кляйнер дал нам координаты Барея. Мы останемся на прежней радиочастоте. Вдруг Джудит решит еще раз с нами связаться. Отличная мысль. Она вполне может повторить попытку. Ой, папа! Гордон, помоги! Картошка прилетела, окей. Папа! Алекс! Папа! Беги! Послушай, этот корабль должен быть уничтожен. Чего бы это ни стоило? Уничтожен! Нет! Папа, берегись! Нет! Папа! Папа, а, я могу... Черт возьми, отпусти его! Еще картошка! У них семья картошечная! О, Господи! Блин, его убьют, что ли, сейчас? Черт, или куда, не забирает его или чего-то? Я люблю тебя, папочка! Не смотри! Нет! Нет, Боже! Нет! Блин! Блин, чел классный был. Гордон! Нет! Мы там много чего планировали! Пёс, о, хорош! Хуярь её! И его хуярь, вот его тоже! Еби! Долби его! Папочка! Дэн! Дэн, please! Папа, пожалуйста! Папа! О, мой бог! Блин, а что ты пёс-то не добил его? Одну надо было добить, хотя бы на одну проблему меньше было бы. Ну реально, задел на третью часть не сделали, а игру в итоге не выпустили. Класс. Блин, ладно. Теперь, знаете, вот я прошел эту игру и хочу сказать, знаете что? Гейб, блядь, на третью часть. Ладно, короче. Во-первых, я хочу сказать, что игра продумана в плане геймплея просто гениально. Тебе только надоедает стрелять, тебе хоп дают на машине покататься, тебе надоедает кататься, тебе дают пострелять. И вот так вот она мешается и меняется геймплей постоянно. Ты набегался по поверхности, кидают куда-нибудь в здание. Здесь ничего, я не понимаю, зачем они во втором вот этом DLC запихали самую первую локацию. Это подземелья какие-то вообще никакие. Вот это я не понял, зачем это было сделано, поскольку они отвратительные, они неинтересные, они некрасивые. И они первые. То есть это сразу отталкивает игру, играющего. Вот. А так... Алекс, я не могу поиграть, у меня нету VR. Вот. Насколько знаю, по-моему, там нельзя без него играть. Это насколько знаю, могу ошибаться. Вот. Что у нас еще? У нас еще одно DLC есть, там Lost Heaven, по-моему. Это я в следующей серии запишу. И еще у меня... Есть DLC, не DLC, это Deathmatch он отдельно. Я одну серию запишу, двухчасовую. Вот. Что еще могу сказать? Наверное, после Last Heaven я запущу рандом. Deathmatch будет еще отдельно. Вот, а рандом запущу после Last Heaven. Или Lost Beach. Что там такое, короче. Вот. Таким образом у нас так и будет. Наверное, все. Почему я так запущу? Да фиг его знает, не знаю. DLC тоже охеренная, кстати. Да, блин, я не знаю, даже помощнее, мне кажется, чем игра. Не знаю почему-то. Хотя нет, одинаково, наверное. Блин, сделано охеренно. Реально, в этом плане просто охеренно. Вот первая часть была топорной. Очень топорной. Я понимаю то, что она давнишняя. Я понимаю то, что это была революция тех годов. Но вот этот 2004 год, это играется даже на сегодняшний день охеренно. Есть моментики в плане геймплея, где... геймдизайна, наверное, геймплея, где, ну, непонятно, куда идти бывает. Но потом они как-то это исправили. Ну, типа, в DLC такого момента вообще почти не было. То же самое не было почти и в конце уже из основной части. Вначале бывали моменты, где там бочки как трубы выглядят, ты не понимаешь, куда идти, вот. А так... Охуенно, просто охеренно, вот. В принципе, все, о чем могу еще сказать.
Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии, заходим в группу, там есть скриншоты, обзор и саундтреки. Скриншоты, правда, давно не было и еще долго там не будет. Вот. По-моему, месяц надо ждать до следующих выходов скриншотов. Так, что-то до хрена наснимал всяких Dirt 3. Dirt 3, когда я его прошел, до сих пор еще и не вышел. То же самое. Что там было-то еще? А, VRC у меня тоже самое, там до хрена. Resident Evil, там мало скриншотов, но все равно это так приходится, на позже начали выходить. И еще были скриншоты по... Сейчас они что там выходят в данный момент. Ну, в принципе, вот порционно в Стиме. Что-то еще было. А, Outer Wheels, точно. Outer Wheels, там тоже, типа, не выходит, там тоже не так много, но все равно ждать приходится. Киберпанк, они у меня, по идее, все загружены в Стиме, но не все. Как бы это странно не звучало, там нужно еще поснимать. Я, типа, модов нахерачил в плане на одежду, чтобы красивенько было. И буду бегать просто, даже не играть, а просто бегать и снимать. Просто хочу фотографировать киберпанк. Вот. Ладно, все. Я уже сказал? А, про скриншоты я говорил. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии, заходим в группу, там есть скриншоты, обзоры, саундтреки. Ну и как обычно, всем спасибо и всем пока.